Вы хотите узнать, как зарабатывать на новой, активно развивающейся социальной сети Instagram от $100 в день и выше? Здравствуйте, дорогой друг, меня зовут Рахим. Я опытный интернет-предприниматель и занимаюсь заработком в интернет уже более 5 лет. Сейчас я хочу научить вас зарабатывать на Instagram. Давайте разберемся, что такое Instagram. Запущенный в октябре 2010 года проект Instagram с каждым днем стремительно набирает все большую популярность. Уже в течение первых 2 месяцев его пользовательская база насчитывала более 100 тысяч человек. А в августе 2013 года, почти 3 года спустя, его активная аудитория достигла более 130 миллионов. И этот темп существенно превосходит показатели других социальных сетей. Представьте себе, более 43% пользователей живут на территории бывшего СССР. А это, в свою очередь, означает, что почти каждый 5-й пользователь социальной сети ВКонтакте имеет свой аккаунт в Instagram. Но в отличие от ВКонтакте, который имеет бешеную конкуренцию и уже давно не приносит дохода, Instagram приносит куда более серьезный доход, при этом конкуренции практически нет. Что это значит для нас? А это значит, что зарабатывать на Instagram сможет любой человек, неважно, чайник или гуру интернет-заработка. Итак, вы хотите узнать, как зарабатывать от $100 в день и выше на Instagram? Я уверен, что еще никто не рассказывал вам об этом, потому что данный заработок только развивается, и, следовательно, в Рунете об этом еще почти никто не знает. Все больше и больше крупных именно зарубежных компаний и брендов признают высокий потенциал заработка с Instagram. Более 1000 из них используют Instagram в качестве инструмента для социального медиамаркетинга. Среди них 8 известных модных брендов, которые входят в десятку топовых имен на Instagram. К ним относятся Nike, Forever 21, Adidas, Topshop, Vans, Victoria's Secret, Red Bull и Michael Kors. К примеру, Nike, являющийся брендом номер один на Instagram, насчитывает более 2 миллионов потенциальных клиентов, а это означает, что спрос есть. Но не только громкие имена добиваются успеха в Instagram. Многие блогеры и отдельные инстаграмеры пожинают финансовые плоды на росте числа подписчиков. Среди них пользователи, продающих аксессуары к мобильным телефонам, одежду, часы и даже фотографии, поскольку Instagram в первую очередь это фотосоциальная сеть. То есть продают все что угодно, без особых проблем. Так почему же вы думаете, что у вас не получится? На сегодняшний день в нашем мире почти не осталось людей, у которых нет доступа в интернет. У каждого есть модный гаджет, например, планшет, мобильный телефон на платформе Android или Apple, компьютер или ноутбук. У каждого есть возможность зайти, зарегистрироваться и начать зарабатывать на Instagram. Каждый второй житель России зарегистрирован ВКонтакте или на Одноклассниках. А в социальной сети Instagram зарегистрированы люди, которые выбирают лучшее, пользуются последними моделями iPhone и ездят на дорогих авто. Нет, я ни в коем случае не хочу оскорбить вас, но хочу сказать, что абсолютно каждый пользователь Инстаграма – платежеспособный человек. Соответственно, Инстаграм – это хорошая площадка для заработка, которая обязательно принесет вам успех. Специально для вас я записал высококачественный видеотренинг по заработку на Инстаграм, в котором я показываю, как все нужно настроить, чтобы начать зарабатывать действительно хорошие финансовые средства. Итак, что я вам предлагаю? Я предлагаю вам создать собственный Инстаграм-магазин с доходом более чем $100 в день, почти на полном автомате. Я расскажу вам, как зарегистрироваться и начать пользоваться социальной сетью, имея в наличии лишь телефон или компьютер. Расскажу, как без особых усилий привлечь в базу покупателей любых товаров, при этом не потратив ни копейки. Расскажу, как устроена система самого заработка. А также расскажу о том, о чем не говорят 99% российских интернет-предпринимателей, записывая свои видеотренинги. Давайте посмотрим на примере обычного интернет-магазина ВКонтакте, как обстоят дела с продажами. Вот мы находим любой из интернет-магазинов, представленных в поиске. Теперь смотрим комментарии к представленным товарам. А теперь давайте посмотрим пример подобного магазина в Instagram. Вот, к примеру, этого. Как видите, люди интересуются, спрашивают и, соответственно, покупают. Спрос рождает предложение,
а предложение можете сделать вы. Поэтому не упустите возможность занять коммерчески выгодную для вас нишу в социальной сети Instagram и уже сегодня начать зарабатывать от $100 в сутки без особых усилий. Что же вам нужно для того, чтобы начать зарабатывать на Instagram? Смартфон или планшет на платформе Android или Apple? Компьютер или ноутбук? Выход в интернет? Несложная регистрация? Желание стать финансово обеспеченным человеком и зарабатывать минимум $100 в день, выполняя мои четкие инструкции? Благодаря специально разработанному профессионалами мультимедийному курсу вы узнаете, как настроить свою систему продаж через Instagram, как выйти на доход в $100 в день и выше, как запустить саму систему за 1-3 дня, даже если вы абсолютный новичок в интернете, а также много другой практической информации. Постоянно развивающийся Instagram в 2014 году практически не оставляет шансов на заработок в других популярных социальных сетях и даже во много раз их превосходит. Я предлагаю вам быть в тренде и использовать правильно, что называется, на полную катушку имеющиеся возможности Instagram и не ждать, пока за вас возьмут и начнут зарабатывать. Итак, дорогой друг, ответьте себе всего на один вопрос. Вы хотите начать зарабатывать деньги в интернете под четким руководством профессионалов? Если ваш ответ «да», тогда читайте более подробную информацию чуть ниже этого видео и забирайте себе полноценную инструкцию.